главное, мы должны понимать об одном. Мы завершаем программу до 1 сентября текущего года. Посмотрели все практически в строительной готовности. Уже в большинстве с вами готовые объекты. Вот сейчас находимся на последней площадке. Она у нас одна из самых таких затяжных была, учитывая, что разные разногласия были по площадке, поздно уже приступили к работе. Но мы видим, насколько сегодня после последнего приезда ситуация изменилась. Факт, что тоже строительная часть двух домов, четырех готова. Один уже до 1 сентября будет готов. И один у нас будет с задержкой где-то примерно до 15 сентября. Вот один единственный дом из всех 36 домов, которые мы должны вести до конца, то есть 1 сентября сдать. Сейчас город Саратов, город Энгельс, мы два больших проекта, сейчас проведем селекторное совещание со всеми остальными районами, кто участники программы. Надо сказать, что свои обязательства выдержали. Федеральное руководство нам предоставили возможность финансовую. Поэтому у нас 100% было финансирование на программу переселения. Наша задача, еще раз говорю, до 1 сентября строительную часть завершить. Процедурные вещи, оформление, регистрация, все завершать. И как можно быстрее в качественные квартиры переселять жильцы. Вот здесь рассказывают, на площадке в субботу было 400 человек. То есть несколько сотен семей, которые присутствовали здесь. Вот это очень важно. Поэтому 19 600 человек мы переселяем. Этап 12-17. Это, ну, наверное, в тройку результатов по стране. Я помню, как это было 12-13 особенно год. Для нас непросто. Но учитывая, что нам федеральное руководство подставили плечо, и мы здесь все-таки исполнили взятые на себя обязательства, самое главное, не подведем своих жителей. И впоследствии должно быть не только построить, особенно в новых, на новых участках таких, не только построить дома. Тут должна быть почта, тут должна быть поликлиника, тут должен быть детский сад. Соответственно, все площадки инфраструктурные для жизни и для детей здесь занятий, для других представителей населения. Вот такой подход должен быть комплексный. Я думаю, что сентябрем месяцем со всеми нашими недочетами мы должны перед людьми отчитаться, что программа на территории Саратовской области завершена. Никаких дополнительных здесь сроков быть не может. Поэтому, учитывая, что Валентин Александрович сегодня вписного дня рождения, мы его поздравляем. А как строитель, мы тоже делаем замечание, что он сегодня ведущий строитель на территории области, но пока в этой части отстаю. Должен за самое короткое время подтянуться и качественно всех сдать домой. Спасибо.